Приветствую всех в нашем оружейном видеоблоге. Сегодня я представлю наше изделие. Пламегаситель Крымский 2. Он состоит из двух частей. Внешний кожух, материал D16T. Внутренний конус, материал 30 ХГСА. Закреплены они между собой резьбой. Покрытие у этого изделия кальваническое. Устанавливается на резьбу 24 на 1,5 правая. Довольно просто. Дальше я это продемонстрирую. Ну, собственно говоря, все. Изделие получило хорошие отзывы от военных специалистов и охотников. Приобрести его можно в нашем интернет-магазине и у дилеров по всей России.